Ну что ж, давайте посмотрим, насколько грустные анимации могут быть про Хаги-Ваги. Ты вообще когда последний раз плакал из-за какого-то видео, мультика? Ого, ну, или прям фильма? Чтоб так рыдать, и я даже не вспомню. Ну, так знаешь, именно когда сдавливаю чуть-чуть вот грустинка, то, наверное, после аниме какого-то. Да, ребята, я последний раз, так сказать, потел глазами, когда смотрел One Piece. Напиши, что ты смотрел, что заставило тебя реально плакать. Хотя бы слезиночку маленькую такую из себя выдудлил вот так, чтобы по щеке стекало. Сейчас мы проверим нашу, так сказать, черствость. Посмотрим, насколько мы вообще картошки безлики. Хлеб такой, знаешь, хлеб, сухой, который сухой, вообще. Такой вообще не плачет. Давайте, нам сказали, что это самая грустная анимация вообще во всем мире про Хаги-Ваги. Я, конечно же, в это не верю, но давайте проверять. Тут будет, типа, история. История про Хаги-Ваги, похоже. Когда он был такой... Игрушечки. Что, родители забрали игрушку? А за что? Зачем? Выкинули, потому что страшное. Вот родители. Так оно не страшное. Но оно реально прикольное, ребят. А прикинь, тебя выкинули. И его нашла другая кукла? Это, кстати, кукла была в Poppy Playtime, но я не понял, что... Что это за кукла, да? Он не захотел принимать. Он хочет к своей семье, ребяточки. Он хочет назад к своей любимой игрушке. А там новая игрушка. Вот так вот, все, ребяточки. Вот почему он стал таким. Это одна из теорий. Не, ребята, так нельзя, так нельзя. Так нельзя, бля. Playtime. А почему он там стоит? Его сейчас типа... Что сделает? Он хочет стать большим? А, он увидел, что там больше и подумал из-за этого. Так нет, она его любит больше. Медведя подарили. А он больше, чем Хаги-Ваги. О май гад. О, щет, что они с ним делают? Фу! Let me go. И он вернулся? Он вернулся. Или ей приснилось? Может, она почувствовала? Это она! Это так было или не так было? Это она пришла за ним! О, щет, ребяточки, у меня мурашки по коже почему-то. Вот так и... А он что, забыл? Он просто стал монстром! Он вспомнит, что это его любимая. О май. О, щит, ребяточки, это жестко! А это грустно. А грустно, бля, реально. О, щит, анимация, ты что-то со мной делаешь? Это очень грустная анимация, на самом деле. Я сначала думал, что не будет грустно, но оказалось... Ты проиграл? Ё-моё. Ну, я не проиграл, но мне грустненько. Хаги, что-то. Вставай, не надо. И это кукла. Там было Кисси-Мисси? Не что знаю. Это было? Ну, вообще, ребяточки, реально, эта история была очень трагическая. Я чуть не проиграл, но я, так сказать, хлебные свои желюзи. Короче, ДНК свой хлебный напряг, чтобы не испустить ни единый H2O из своих глаз. Ну, это было реально грустненько. Грустно, ребяточки, это еще не все. Тут есть еще второй мультик. Сейчас мы его посмотрим, проверим, насколько мы черствые хлебанцы. А тут опять эта девочка. Или это другая? Это девочка с... Это девочка, чувак. А, с кальмаров. Почему-то она похожа на ту была мне в голове. Но история была жесткая такая. Куклу украли. У куклы украли куклу. А это кто? Кто это? Это танцевать вот эта стрелочка. Фанки что-то там. Фанки play name. Friday Night Funkin. Точно. Ах, он Хаги-Ваги просто взял и ушел куда-то. Походу, да. Опять обмен, опять другую игрушку, опять да, мишка! Да, да. Что это за мишка, гребаный? Хаги, не плачь, ну не надо! А что такая здоровая? Там маленькая, тут такая здоровая. Хаги-Ваги еще маленький просто. А, он кукла еще. Почему у него розовые пятна? Может, он. Я не знаю. Не... А вот, смотри. Так эта кукла виновна в этих издевательствах и то, что он стал монстром. А прикинь, если это не кукла, а просто какая-то карличка. Все возможно. Опять ей вот точно так же приснилось. Опять, да. И она идет на завод игрушек, чтобы она почувствовала. Так, может, такая реальная история есть? Откуда скорее все это всего, взяли? Ну да.
И вот она нашла, но из этой игрушки уже достали всю вот эту вот и живучесть. Заселили туда, в большого. Душ. Вообще, что у них с лицами? А вот и большой Хаги-Ваги. Ну тут не так грустно, как в первой части, я не знаю, тут... Ну там песня, атмосфера, погрузили. Да, тут, а тут такое чуть-чуть. А что тут он наделал? Что у него с лицом? Он типа боится? Хаги-Ваги. Все, они убивают. А что за игрушки висят? Не знаю, может отсылки какие-то? Типа неудачные эксперименты какие-то, может? Походу. Не плачь, куколка. Ой, флешбеки у него пошли. Он сейчас станет добрым, может быть? Может. Иди ко мне. Да. Это может она представляет так? Или... Нет. А тут злая Кисимиси пришла. Она думает, это измена. Все, они победили. Этот кадр я видел где-то. Типа фейлует. А там до хрена этих было фейлует. Походу много кто из этих погиб. Игрушек на прогиб. Она злится. Она ревнует. А это кто? Это что за Хаги-Ваги? Это что за... Это тот же? Я не понимаю. А почему он вдруг уже решил... Уже начинается какой-то... Психодел. Да, уже ты такой... Не успеваешь уследить за этой мыслью вообще. Что происходит и в чем смысл. Может, он ту любит как друга, а эту как любовницу? Ну, возможно. И все, он будет стоять с ключом теперь. А этот злорадствует. Злодей. А что он тут сейчас забыл в этой вселенной? Вау! Вау! Сюда они пытаются его утешить, а не получается. Ладошки схватили. На, жри свое дерьмо! Цветочный. Что это? Что ты? Что это за... Она то не приняла, теперь она хоть понимает, что она хочет? Фух! Это не то, что ты... Я лишь не то имел в виду. На! Хаги! Мне становится плохо уже. Да, ребята, тут точно не расплачешься. Тут можешь расплакаться чисто из-за того, что с ума сходишь. С ума реально сходишь. О, помогите. Ребята, кстати, если ты хочешь посмотреть потом эти мульты, ссылки на них в описании будут, если что. Можете зайти и написать, что за... Что у вас тут происходит? О, она вот что-то вот грустно было. Боже, она словила ее, чтобы спасти ее жизнь, но ее ногти не оказались столь прочными, но человек с синими волосами решил спасти их. Потянет, вытянуть не может. Вытянул, хорошо, все, happy end. Я предлагаю, смотри, чтобы Хаги-Ваги остался с Киси-Писи, ага. А тот с Фредди Фантайм. Фанки Найт Фредди. Да. Хрена себе! Предложение. Ренася, там алмаз, как мой глаз, блин. О, не о, так быстро. А где этот перепечный, который... А ребенок у них будет? Ребенок такой, полурозовый хандывайн. Хандывайн. О, танцуй, танцы устроили. А что они издалека целуются? Все, это будут. Разбежались. Кто-то проник, и они пугают типа. А это кто? А это кто? Что это за рыжий малец? А чё они же знают, что он это? Что у них с лицами, блядь? Я не понимаю, ребята. Они как будто под чем-то. А чё он за... Они троллят. Троллило меня, троллило. Так, ребята, я не знаю, мы, наверное, уже не выдерживаем. Вс,
что-то ты... Я тут уже думаю, тут смеяться, точнее, плакать мы не будем. Тут плакать можно от того, что тебе очень смешно. Да, ребята, первый мультик реально был годный. Сейчас вот это я на паузу поставлю, потому что я уже не выдерживаю, ребяточки. Если вы хотите досмотреть до конца, ссылочка, конечно же, будет в описании. А может, мы пропускаем что-то самое интересное? Самое интересное, давай еще дадим. Не-не-не, ребятки, вы должны зайти и посмотреть. Возможно, самое да. интересное. Так что перезашел и пошел смотреть сам. Первый мультик, вот просто 10 из 10, реально. Вот он, я бы смотрел его 10 раз. Второй 11. Второй 11 из 10. Они слишком за рамки выходят мои оценки субъективной реальности. Поэтому, ребяточки, будем прощаться. Ты, конечно же, лайкани там, абрикосик, лайкосик. Комментосик. Комментосик и абрикосик. Все, давай, всем пока. Chicken Man, Ben Ben Fan.